Для маленького мальчика Миши Околота собор в центре Екатеринодара всегда казался чем-то сказочным. Он не был похож ни на одно здание в округе. Зеленые купола, большие арочные окна с цветными витражами. «Русский терем», — думал мальчик. «А если приоткрыть дверь и заглянуть внутрь, можно увидеть звездочки, нарисованные на потолке храма». Вот по этим звездочкам отец Михаил Околот и помнит Свято-Троицкий собор. После революции храм действительно трудно было узнать. После того, как в 1934 году его закрыли, здесь было и зернохранилище, и овощная база, и засолочный цех, где солили огурцы. Великолепные росписи храма было приказано замазать масляной краской в несколько слоев. Затем в здании церкви разместился скульптурный цех Краснодарского художественного фонда СССР. Практически все памятники, которые сейчас можно увидеть в Краснодарском крае, были сооружены в Троицком соборе в те годы. Помимо крупных скульптур, цех занимался производством бюстов вождей революции. Я когда с мамой еще в детстве, ну, где-то в 70-е годы были, я ходил здесь, сквозь щелочку просматривал, тут вокруг стояли бюсты нашего вождя, нашего, не нашего, уже не нашего, потому что наш вождь, Господь наш Иисус Христос. Вот поэтому тут, конечно, вот... Как бы и сердце болело, когда говорили: мамочка, а что ж такое красивое здание, а и церковь такая красивая, почему там службы не приходят? Ну вот, она, к сожалению, говорила, что здесь находится скульптурный цех. Ситуация превращалась в явный гротеск. Со стороны государственных властей лепить в храме бюсты Ленина, Сталина, Дзержинского, людей, которые рушили моральные устои церкви, попирали ее святые заповеди, заменяя их своими лозунгами, приказывающих и всем остальным людям разделять их мировоззрение, было настоящим издевательством. Люди ваяли новые иконы, страшные слова и поступки. Но слава Богу, что всему ложному и неистинному отмерен свой короткий век. В 1989 году началось восстановление храма. Здесь при восстановлении работало около 16 бригад, строительных бригад. Их, конечно, было все очень много. И мусор, в общем, осквернен был храм очень сильно. Вот пришлось это все, по-моему, не помню там, что он говорил, ну, больше десятка грузовиков вывозили отсюда. Вот этого всего хлама, мусора после этого. Удалось восстановить и чудные храмовые росписи, которые были выполнены учениками великого русского художника Василия Васнецова в так называемом русском стиле. Древнерусские витиеватые орнаменты, строгие и красивые лики святых, ангелов и сотни рассыпанных звезд на куполе собора. Прошло всего 100 лет, а как многое изменилось в нашей жизни. Сейчас все больше забирают. В старину легко расставались со своим имуществом и могли отдать все, что имели. С таким щедрым даром во славу Божью
и связано строительство Свято-Троицкого собора. В 1896 году в городскую думу поступило заявление 80-летней вдовы урядника Ефросинии Абрамовны Щербининой, в котором она предложила участок на пересечении улиц Карасунской и Гривенской для сооружения церкви. Вдобавок жертвовала 2000 рублей. Для себя же попросила 120 рублей пособия в год и небольшой домик с двумя комнатами, чтобы дожить остаток лет. Дума приняла ее предложение, и 3 октября 1899 года после поздней литургии в городском войсковом соборе и крестного хода состоялась закладка храма. Собор был задуман с тремя престолами и мог вместить 1000 человек. Храм был освящен в 1910 году. В прошлом году у нас было столетие храма. Вот. Этот храм был построен на средства казачества. Казачье правительство выделило определенную сумму. Там в истории вот Кубанского края об этом написано, по-моему, около 3000 рублей. Остальные средства на строительство храма выделялись благотворительно казаками, нашими кубанскими казаками. То есть изначально это был казачий храм. В 1903 году в России был прославлен преподобный Серафим Саровский. Поэтому один из пределов строящегося храма решили посвятить столь почитаемому в народе батюшке Серафиму. Рассказывают, что с того времени в храме сохранилась икона старца, написанная самим Васнецовым. Остальные иконы в храме написаны уже в наше время – ведь, как уже говорилось, люди новой эпохи привыкли забирать и все церковные ценности. Священная утварь, иконы, мебель, иконостасы, светильники и канделябры – все было изъято советской властью. Другими светильниками, более драгоценными – светильниками душ человеческих – удалось осветить этот храм. Святое место не зависит от количества святынь, которые находятся в нем. Самое главное, что совершается служба. Совершает службу Господь. Вот мы посредники между теми людьми, молящимися людьми, которые нам, мне не дана власть как диакону, а священнику дана власть от Бога, он совершает службу. Если есть антименс, если есть престор, если освящен храм, значит, это уже святое место. Это главное. В Свято-Троицком соборе есть ковчег с частицами мощей почаевских святых. Интересно рассмотреть имена угодников Божьих. Преподобный Исаакий, затворник, преподобный Спиридон, просфорник, преподобный Феофил, слезоточивый, преподобный Ануфрий, молчаливый, преподобный Пимен, постник, преподобный Сергий, послушливый. А кто мы? Какими делами прославимся перед Господом мы? Экономист? Бухгалтер? Менеджер? Важно ли это Господу? А что Ему важно? То, что у нас на сердце –
наши мысли, наши дела, наше отношение к Нему. Святые жили тихо и кротко, с верой и покаянием, жили и спасались. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.